На днях в главном офисе Конфедерации индийской промышленности в городе Дели состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждены инвестиционные возможности между Узбекистаном и Индией. Также состоялась презентация инвестиционного потенциала Узбекистана. Общие точки бизнеса, прикосновения, культурные связи и реализация совместных перспективных проектов позволяют все больше укрепить сотрудничество между Узбекистаном и Индией. Сегодня взаимовыгодные отношения поднимаются на качественно новый уровень. Участие нашей делегации, Министерства инвестиций и внешней торговли, а также представителей посольства Узбекистана в Индии, бизнес-кругов Узбекистана и Индии еще раз подтверждает вышесказанное. В ходе круглого стола была представлена подробная информация о созданных благоприятных условиях в нашей стране для иностранных инвесторов. В рамках прошедших B2B встреч были презентованы конкретные инвестиционные проекты в разрезе регионов и отраслей Узбекистана. Участники мероприятия проявили интерес к автомобильной сфере, кожевенной, продовольственной и другим отраслям. Наша компания является ведущим поставщиком оборудования сектора пищевых масел. Уже сегодня вместе с узбекскими партнерами мы осуществили 5 проектов в регионах Узбекистана, которые, хочется отметить, развиваются быстрыми темпами, и мы видим большой потенциал для ведения бизнеса. В целях дальнейшего укрепления нашего партнерства я намерен в ближайшее время посетить вашу страну для участия в международном инвестиционном форуме в Джизаке. Я очень рад видеть здесь делегатов из Узбекистана. Во время сегодняшнего мероприятия мы узнали о созданных условиях для зарубежных инвесторов. Эта весть вызвала большой интерес у членов нашей торговой палаты. В частности, тот факт, что Узбекистан за короткое время сумел сделать большой скачок в международном рейтинге Doing Business, наглядно демонстрирует практические результаты проводимых в стране реформ. Мы также являемся свидетелями нового уровня торгово-экономических и инвестиционных отношений между Узбекистаном и Индией. Наша палата поддерживает тесные контакты с иностранными дипломатическими миссиями и торговыми представительствами, расположенными в Дели. Ведь главной нашей целью является укрепление эффективных контактов между иностранными предпринимателями и индийскими деловыми кругами. В этой связи такие мероприятия служат уникальной платформой для будущих коопераций между нашими странами.